Варвара и Анастасия. Одна – будущий врач-стоматолог, другая – лепщик архитектурных деталей. Такие разные, но в этот день их объединили две вещи – совершеннолетие и получение ключей от однокомнатных квартир в новостройке. Варвара не ожидала, что все будет настолько торжественным. Очень впечатляет. Для Анастасии это лучшее начало взрослой жизни. Пока будет жить одна, ведь на первом месте учеба, призналась, новая квартира просто мечта. В ней есть все, ремонт и даже бытовая техника. Особенно впечатлили окна, большие и светлые, но не только. Там все отлично, там полностью, да, кружек, все оставлено, все, мебель, все-все-все, там вообще суперски жить, одной вообще хорошо там. Переезд Настя планирует в ближайшее время, а Варвара заселяться не торопится. Говорит, надо еще отучиться 3 курса, поживет пока с мамой и приемной дружной семьей, в которой помимо нее еще 7 детей. Но уже задумалась о перепланировке нового жилья. Я планирую там стенку поставить, где кухня вместе. Разделить? Да, разделить комнату от кухни. Это нужно, чтобы в новой квартире начать счастливую семейную жизнь с будущим супругом. Он пришел разделить с Варварой минуты радости. А вот для сестры Анастасии это как подготовка. Ведь через 3 года она тоже станет владелицей новой квартиры. Этот щедрый подарок все одинцовские дети-сироты получают в рамках программы губернатора Московской области. А внутренняя обстановка, ремонт, мебель и другие убранства – подарок главы округа. Для и Насти, и для Варвары сегодня это такой переломный, знаковый момент жизни. И дай бог, чтобы у них все получилось, они создавали свои семьи, приглашали в эти уютные уже квартиры своих друзей, близких и жили долго, счастливо, благополучно, с учетом того, что им в жизни было не очень просто. До конца этого года ключи вручат еще 2 сиротам. Всего в этом году новое жилье получили уже 17 ребят, а в следующем в новые квартиры, как в светлое будущее, шагнут еще 30 человек. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».